Влюблены в дом, которым вы не знаете, что почитать подобного? Так вот, я нашла книгу, которая очень схожа по тематике. Это «Ужасное действие» Жанна Кокто. Книга немного меньше по объему, но атмосфера дома сохраняется. Братья и сестры живут в своих собственных мирах, и рано или поздно им точно так же придется столкнуться с миром реальности. Если проводить ассоциации с «Домом в котором», это буквально третья книга. Мне как фанату «Дом в котором», но очень понравилось.